Каску пороги дайте. Дайте каску пороги. Вроде есть. Все, ребят. Что, на позиционку расходитесь? Часы. Тут не могу догнать их. Ладно, заканчиваем. Сейчас давай заболел бил. Беги, беги, беги. Подкиньте. Ну чё, Лёх? Не закайтил? Да не, не вариант, лагает сильно. Чё мы тут дрочим друг другу? Там фрез пролетает буквально один. Да, да видно, вот видно, видно. Если один этого, блять, дальше пробуем. А как-то получилось тогда нормально перейти? Да тогда нормально получилось. Тут просто понимаешь? Блять, мне наоборот скорости типа дохуя бежать. Что-то среднее. Так ты беги, мы на тебя напулим. Ты когда после первой перезарядки вот это вот уходишь, у тебя уже мы куча. Мы что, падаем или хилимся, я что-то не пойму. Падаем, да падаем, падаем. Ну народ, Мишку, спекайся. Есть идея. Чтоб бегал агро, набивал хули за тобой. Да. Ну, вторую фазу ты ж протанчишь, потратил. А, ты хочешь, чтоб он взрывал, а я бегал за тобой? Может, я? Может, про товар? Да тихо, товар будет.
Сама же то грот там забивать. Я 5, Леха, ты лишний стак получил. Я в курсе это. Давайте. Он просто обнулился, обновился, я так понял, да, на тебя? Да, прибавилось в таймер. Просто обновляется, вот, и все, и пизди. Долорес предлагает, может, алоэ, говорит, потанчить. У него и зеленка есть, кстати. Вроде не лагает. Дело не в зеленке, он просто не лагает. Я имею в виду, вот на этой перезагрузке будет легче жить. Да хуй-то там, блядь, его захуярит. Да не захуярит его, у него, блядь, 16 стаков щита на 20% понижения урона. Там 16 тычек может, блядь, вообще похуй ему. Блядь, тело как я. Попробуем один раз, чё? Сколько у тебя сопротово? Алло, сколько у тебя сопротово? Давай попробуем. Ну плюс у него 3 не прокнет еще на 130 будет. 30 постоянно и 100 прокнет. Да, ну сотка, да, сверху. Попробуем. Я просто сверху тогда позрываю. А если поставьте шкаф с монете, то вылетел с инста. Ну как вводишь? Вот стоят метки, по меткам вводим. С ромбиков, квадрат, с квадрата, в это. Что тут вводить-то? Потом, куда босс бежит, наверное, туда и ты бежишь. Становишься перед лицом, все за. Ну вот метки стоят, блядь. Череп, ромбик, квадрат и звездочка. И по кругу водишь через метку. По кругу печеньки. Дайте речь. Главное не поймать этот тяжелый удар, а то обновятся стаки и будет жопа. Быстрее. Ставлю рыбу. Стоит. Порт Варгримар просит. Чарку на бег есть. Надо. Порт Варгримар, да, им 3. Сум, шкаф поставьте и сум. Калык. Калыкачка. Клыкар на скорость бега. На сапоги. Плюс будет еще один деф от меня. Я скажу, куда бежать. Да я про ношу прожил. Ну. Я по себе А там он не всегда одинаковое количество тяжких ударов дает. Может просто после определенного стака он сразу просто побежит и все. Он ровно минуту стоит. Перезарядка минуту идет. Исчезает розовый вихрь вокруг босса, перезарядка закончена. Сколько там? 7-8 стаков в конце было. Ну у меня 8. Ну вот, может он после 8 сразу будет стартовать просто и все. Блять, на нем, короче, висит баф минутный, как он уходит на перефазу. Этот баф может себе в тылме вейн забить, смотреть на него. Только таймер подходит к концу, все, вторая фаза может бежать. На нем баф висит вот минуту. Урон на 50%. Наоборот, который увеличивает это вот, чтобы с перефазы посмотреть. Рада, Локи. Бафы дайте. Лёх, какую взрываешь? Там, где он стоит. Росы. Вот, ну ты же понял, вторую взрываем не сразу. Что-то тебе мало хп. Не мало? А, у тебя же 3. Ещё раз. Рада. Все готовы, приехали. Внимание! Вы подлежите...
Беги, не беги на него. Просто беги от него и беги. Упешками. Какого урока, да? Смотри, дебаф не стал. На четвертую я даю или ты? Алло, я пробежал, ни одного стака не поймал. Да хули. Что он не лагает? Угроза нейтрализована. Ложитесь. Обратно возвращаюсь. Что-то тут оптимизировать надо, какие-то лагеря вообще пиздец. Попробую другого. Здравствуйте. Привет. Привет. Что у вас тихо тут? Да тут робота убивают. Почти убили сейчас. Скорее уж робот нас убивает. Сейчас его добивают. Ваншотает. Кислый, заходи повайпаться. Сейчас тут пришел. Хороший ты, Кила, заходи повайпаться, да? Не залокать три фазы, а дальше можно убить уже. Кислый, я агров про товари набираю больше, чем Леха. Прикинь. Там, где я... Он просто сравнивал там, где я не бил. А X1 ЦВК 25 Е открывает. X1? Да. О, 26-го. У меня там кореш играет. Так, сейчас захожу, вроде все заебись, этого компа должен быть охуенно. А кто на минималках играет, у того тоже фризит? Я сделала минималки. Тут не важно, минималки или я максималки. Я сделал тоже минималку. Я вот был на максималке, типа, и сделал минималку. Одно хуйственно, блядь. Вот у тебя все раз. Равно, у тебя просто идет фриз. Блядь, оптимизации, поэтому фриз. Через раз почему-то. Один, я тоже через раз фризит. На этом поле не было нихуя. Ну, на прошлом поле был пиздец. Ну, что-то видать, это... Гена. Но. Гена, помнишь, мы с тобой битву Гилназ говорили? Но. Ее ведут, короче. Ты... Неплохо. Но Котмогу мне больше нравилось. Это моя одно из любимых БГШ. Котмогу еще ведут. Так, сманите меня. Ставьте шкаф. Это типа, знаешь, Дозерон специально так сделал, чтобы фризило у всех, вот, когда... Кстати,
С этого компа все заебись. Слышишь, у меня не фризил. Слышите, типа дезерон специально сделал, чтобы фризил, когда накинулся под дебаф. Это чтобы его, ну, как вот. Бы не стакали в рейде, а выносили. На роботе обнаружили неприятный. Чего? Стая писала еще при киле. Так, рыбу ставлю. Вроде все ровно. Неликс, ресус. Ты че, у меня такие... Вроде не лагает, вроде все охуенно. Да, так-то, блин. Дайте дневсика. Починиться есть кого? Воен, да. Рыбу поставлю. Кого я хилю в пати? Вагонов? Все, сейчас будет. Сейчас здесь заебомба. Охуенно, вообще не фризит, все заебись. Ну так бой-то не идет, поэтому не фризит. Да нету, сразу понятно, видно. Бафы дайте. На позиционку становимся. Даю проверку. Не хватает чего-то. 84, а не 85 хп. Должно еще что-то быть. Кстати, логи посмотрел. Мне по 20 тысяч урон прилетал. Все, поехали. Вроде все ровно. Ну, с ближайшей точки взял, да? Да. Тихо, заткнулись. Все. Кстати, вроде не лагает, так что все должно быть ровно. Базу проносишь, чтобы она первую прошел. Второй прошел. Нормально. Ну вот твой следующий. Вот этот Элбрил твой следующий, голубой. Бля, чё он там остановил? Ладно, не знаю. Поймал вайп.
Че он там останавливается, блядь? Кастует этот. Сфера летит. Вот я сферу взорвался. Че раньше ты взорвал? Дебафа не было. Как раз пал и взорвал сразу. А че бы сейчас не бэрить его и дальше не идти? Потому что огромный наберет. Короче, Клад, бегай за боссом, блядь, набирай агро. На вторую перезарядку. Монород, спекайся в танк. Все, и так будет заебись и ровно. Что, ты в это, ты проживешь, блядь, вот эту фазу? У него побольше шансов, у него ревностный. Типа, или ДКшка пускай за боссом бегает, набирает, там, за сейвом, если что. Там столько аграбы, если не берешь. Да не хильте вы, не хильте, зачем вы хильте? Угроза нейтрализована. Сразу три сферы взорвите, сейчас и все дагу. Там оставалось 15 секунд фазы и все. 10 секунд. Не хватило. Он, блядь, останавливает какого-то хуя, блядь. Он кастует, тяжкий удар останавливает. Он до этого 45 секунд бегал, тоже останавливался. Да, все время останавливается, когда каст идет. Чужеродная форма жизни деактивирована. Поселки в ХП перекидываются. Кислый, не, смотри, не обязательно. Че? Если на скиллухе, можешь не кидать. На скиллухе мы уже тут вайпаемся до хуя времени, не проще кинуть? Коват этот. Кому проще будет, Коват, тебе или Анхолику набирать бегу? Ковату проще. Ну, Коват пускай бегает за боссом, набирает агро на вторую фазу. Этот, Монород слева станешь, как Коват будешь взрывать, ты там и останешься справа. Я смогу зомби взрывать. Ну что там сложно, взорвал одну, подбежал через рейд, взорвал вторую. Центральный может взрывать. Я могу выйти взорвать. Ты как раз бежишь так, что центральный подходит к тебе в этот момент, когда уже можно взрывать. Этот, смотри, короче, Войд, смотри за агро и говори, если надо на кого-то на пул после второй фазы, там говори. То есть на второй фазе ты становишься кого-то сзади босса и тоже хуяришь, короче. Я понял. Если что, на перефазе, можете дать на кого-то на пол. Я там спущусь по урону, останусь. То есть он, получается, после перефазы босс на него станет, грубо говоря, да? И он побежит, типа, водить босса. А я, если что, останусь по агру, там наберу еще немного. И как раз на перефазу следующую будет босс мой. Там тебе как раз можно сальву ебануть и вообще заебись будет, если он второй будет. Ну или да, или так. Проще будет. Просто как раз мне стаки сбросятся. Тогда я просто заберу босса опять. Ну, он бабл нажмет, допустим, да, или там, грубо говоря, ну, скинет агро. Или его убьет, допустим, на второй фазе, да, то есть босса заберу я. И все. А третья фаза. А третий этот будет. Ну, типа, третий, там не все стаки. Тут забей, на третьем переживем. Ладно, до 50% босса довести дура. Бафа. Не 50, там 55 скорее всего. Ну тем более. Встаем, бафа даем. Пойду пожрать, не выжил. У него было 53%, а он уже побежал. Рыба стоит. Может и не понадобится твоего грота. Если даже я сдохну, то в принципе. Похерковато станет. Бафы дайте, прохильте, ману отрегеньте. Третья не до конца идет. Это зависит от ДПСа. Да, там третья это херня и все. А потом один танк на боссе останется, допустим, я или Коват. И типа мы можем даже сделать так, что, допустим, Коват освободится. Ну, или Коват будет с боссом круги нарезать, да? А я даже если сдохну, меня поднимут, и на третьей фазе буду последнюю сверку взрывать.
Ну, то есть вы взрываете два по краям взрываете, а я третью взрываю. Ну, там по времени. И все, и нормально будет. И вам бегать не надо. Вон это Void линкует символ спасения. Два спасения на 20%. Да нельзя это использовать, Void, не хватит уже, блядь. Так, тихо, как раз, чтобы нагруз спастись. Бибол, Ненек, Слоким, Фарада. Фарада. Монород. Все здесь, все готовы, поехали. Встали на позиционку. Надо бегать за боссом, набирает огрома, народ слева и заднюю. Это... Блять, подожди, крик дам. Чё, давай. Блять, чё мне тут не делать? Смотри, меня не перебей, Калат, а вот я ждем, пока ты опять стоит. Не всегда получается, но давай. Я вижу, что у меня шаман есть. Перефаза сейчас будет. Перефаза. Заебомба. Поехали дальше. Все как надо. Так. Точку на себя. Один прошел. Второй. Третий. Что, на пол на себя или никого-то? Таковато. Четвертый. Пятый. Уже сальву пианисту надо скидывать пора. Стаки спалил. Он там два спад. Это заберет, ничего страшного. Кого-то надо. Беги, 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 беги. Бежал. С под пианисту хуять не сальву. Тут стак стоит еще 50. Кого-то надо забрать. Кого-то второй погром? Да. Ну все. 300к разрыв. 100к. Вот, кстати, Кават. Лучше бы Кават сейчас забрал, да, реально. 30 секунд, бегай, бегай, бегай. Нет, пускай ты 5 заберу. Не, не даю. 15 секунд. 10. 5. Сити, ебаный в рот, блять. Народа. Перефаза. Скинулась, скинулась легкость, я нормально. Все. Дай. Кават, притормози пока. На пол сейчас кого? Таргеты пионер. Как я вижу. Просто притормози, никого не пульте пока. Ставьте на пол. Я с бога на пульте, тихо. Первый. Второе. Третье. Зубы на ПД. Четвертый, давай за жертвенности. Ладно, уже не давай, блядь. Отдал. Пятый. Второй погром. Да, фулловат. Да. Сальвы по пиани. Пускай он вторую поводит.
Тихо вы. Смотрите. Лови только. Тихо, тихо. Сел. Беги, 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 беги. Беги. Бегу, Неликс, бегу, блядь. Бля, охуенно, это в ДБМ надо добавить, как Неликс кричит. Так поймал. Просто забей. Ладно, был второй по агро. Пускай он набирает, у него 3 стака, он не убьет. Босса, 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 босса. Вот, нет. Сидеть. Блять, ну забери уже. Нормально. Три, два, один, перефаза. Сейчас так и спят. Хорошо, так и спать. Не бежи дальнего, эту хуйню. Пиздец, лачую. Понимаешь, его. Ерть. Вот где-то не я в таргет, я в таргете. Теперь наоборот надо. На Лёху наставку. Замена. Тихо, всё заеби. Умерьте по боссу больше. СС пока в отдай. Зубы нож не будет, нет? Ну, я, давай еще зубы. Перефазы. Вторая. Бегу. Это вторая. Все, вы что, беги, веди. Назад метки. Назад метки веди, вот. На второй агро на мне? Я второй? Да, да. Ты второй. Кого сейчас на пол? Хата. СС раздавайте. Я сверки вожу. Короче, две по краям, не забываем про хил рейд. СС распределите. Вот. Мой народ, подбеги. Народ, подбеги. Да. Давай. Лёша, не за. Сейчас побегу. Просто бьём. Пришлимся. Живите, пожалуйста. Две по краям. Дим, на хп давай. Да, нормально, нормально. Я взорву, когда надо будет. Сначала я сам залёжку. И нравлится по хилам, по полине дал. Снова взрывай её. Меня по боссу дамажьте, вот да. Ну, вторую взорвали, ну, народ, подбегай, хилься. Едешь. Сейчас зову. Это три, две. На пол хиля. Третья стака, чё ты делаешь, бля? Смотрите внимательнее. Взрывайте пока. Попаду 3 стака тогда. Танка больше. Позицион по танке. Пошли, блядь, стали сферы взрывать. Алло, я взрывай свою ебучую сферу. Хил. Я взорву сам, не лезь, блядь. Иди встань возле своего места. Один раз уже взорвал на 3. Время. Подхитить.
сразу свои. Лоя, разрешили, все нормально. Я взорву. 3, 2. Я подхилю. Ты что-то так долго. Нелик. Молчи, блядь. Хильте себе эти. Народ, вот, подойди под. Вырываю третью. Взрывали, сразу отбежали. Что спасибо. Я взору. 2. Через 15 секунд Геру. Угу, вижу. Метео Линар дал. 2-1. Давайте. Сразу по краям 2. Взрываю свою сферу. Ой. О, это я забыл. Это пи... Два. Под мордой босс, пожалуйста, не бегай. Взорвали, просидел, третью взорву. Народ, подойди, просился. Леш. Бегу, бегу, бегу. Опа, тебя, так один. Да похуй, забейте. Страшно, бег по краям. Саку дал. Третью взорвал. Второй. Он начал меня дать. Бейте, бейте. Нормально. Давайте активно. Я к краям. Спасибо, Рили. Я поднимите. Хорошо, слеп. Взрослый народ. Да ладно. Получи, зараза! Какая победа, Рили. Что-то легкий босс какой-то, ребят, у вас. Лёха! Ну, Лёха, а чё там, милики не в топе, да? Две, смотри, какая! Шей, пояс. Пояс. Шейка какая шейка, да? Палов надо нервить. Товарищ... Шея, чё там? Товарищ вялый вихрь, я бы на вашем месте помал. Я вообще в шоде сейчас. Раскиньте хпс кадо отключал. Тихо, тихо, тихо. Давайте разрою шмот, я пошел. Это в магазин. Так, поехали. Только слэшвор. Поет, блядь, слэшвор. Бля, у меня нету слэшвора на этом компьютере. Блядь, просто ты пишешь слэшвор и... Не тупи.
4 ляма. Короче, на Гена разрадывай, хули. Давай. Не еби мозг, разрадывай, короче. Печенька. Ролем. Ого. Коника 100. Читер. Понимаю, Коника. Как так-то? Это все силу вялого вихря. Коника, отдавайте. Кого там лучше? Тебя лутерать. Все. Терпи, бля, ну как еще покупать? Сотку сейчас бы выкинуть. Пояс шамановский. Yeah. А Тимурка что не ролит? Как у меня это офф-фек. А. Ну и вкусная шея. Понимаю, 16. Долларов за С. А нет, Санта Игоца. Я на холле пала не буду ролить. Да, Сантей. Сантей, Сантей. Вообще радует, нужно было вас кинуть типа и на шею, и на это, и на печенье. И рефракт в белую ставят. И рефракт в белую ставят. Короче, видите, реально прокатила эта хуйня типа с двумя танками. Ну я сразу не, ну... говорил, блять, вы меня не слушаете никогда, блять. Коника все в ЧС кидаем. Ну опять же, два первых Яша оттанчил, блять, отбег. Да, там заебись было, там что вот он не вешал, когда ты крутил его кругами. Вообще заебись. Тут, но, если ну как вариант. Получается, если не глюч, то можно и в одного. Ну да. Не кидайте скрины на форум, только монород. Монород слышал, нет? А чё нет-то? Зачем? Пускай все знают. Вся округа пускай знает. Блядь, Ро, дайте порт, пожалуйста, и отсюда. Сколько епышки? Ну да, там у Шарпи эти, как их, пташки. Ебать, теперь на соляре осталось раздуплиться. Пташки. Ты видел, как он был? Прям он все знает. Босс изи, за него десятку не дам, пятеру дам. Ну типа, блядь. Мне давай десятку, сын пятеру, короче. А, можно... давай пятерку даст каждый, кто может начислить. А чё это? Пятеру, всем, а тебе десятку. Ты вообще говорил, мелики будут в жопе, да? Мне тоже десятку. А я вообще-то, я топ-5. Пятеру начислил, всё равно похуй. Пятеру всем начислил. Линкануть, пожалуйста, чем нахилил, там, сколько травм, сколько... Я вызвал. Алло, я в лужах и бегал. У тебя идет цепное, эхо и фонтан. Сейчас. А давай. Чего вообще асгарды вайпались, когда переводили на вторую фазу? Сферы. Лава, полтора ляма. Привет. Смотри, блин. Что у меня нахилило. Ты сейчас охренеешь. Сейчас. Лужа по-любому. Угу. 3 ляма, прикинь. Ну, заебись. Короче, он так сказал. Полин не босс... тащит, лужа тащит. Фонтана... Я уверен, что этот босс на следующем КД ляжет, блядь, чуть не с первых пулов. Это ну, да. Первый... Феникс подруднее. Фонтан... Хочу сказать сразу. Слышишь? Шипы 5к хпс. Ты вагон, ты смотри, я жужика хилю вообще прям... Ты просто вагон по сравнению с нами. В смысле 5к хпс, это вообще ниоткуда. Че, убили красавцы? Прости, давай в следующий раз для эксперимента поменяемся. Так, половина около фризами. Ну я по ОУЕ, ты больше по таргету. Давай попробуем. Теперь проще тебе просто... Закрыто, и это уже радует, по крайней мере. Надо еще уточнить, что легкая часть закрыта. Ну, блядь, я бы не сказал, звездочет тоже, в принципе, несложный. Судя по спылам и всей этой... Только его еще никто не закрыл. Ну, блядь, его не закрыли, потому что там, блядь, багованная вторая. А вот по скаде совсем другие цифры.